Борцовский зал с Германией в Нюрнберге. Борцы где-то полчаса была разминка, сейчас еще играют в волейбол и потом начнут заниматься борьбой. Сейчас была разминка, и вот только начали заниматься. Тренер, кстати, из Ирана. Тут тренера все из Ирана, персоязычные. Очень много ребят из Таджикистана ходят, из Дагестана, из Чечни, из русские есть, таджики есть. А тренера все из Ирана. Это Германия, Нюрнберг. Hey!